Горячая новость. В Днепре загорелись склады макулатуры и пластика. Все подъезды к месту происшествия перекрыты. Черный дым виден за несколько десятков метров. Работников соседних предприятий и жилого сектора эвакуировали. Из-за задымления и сильного пламени спасатели долго не могли попасть внутрь помещения. Слышны были даже взрывы. Это взлетали на воздух газовые баллоны, которые используют на предприятии. Сейчас пожар локализован, но пока до конца не потушен.